После нескольких дней бокового тренда, биткоин вырос, поскольку фондовые рынки восстановились. Следующие цели находятся в районе $9000, но аналитики не ждут глобального роста. Вчерашние надежды на валютное стимулирование со стороны Центрального банка США привели к значительному росту фондовых рынков после их худшей недели за последние 10 лет. Крипторынок также выиграл от этих ожиданий, имея уверенное начало недели с прибылью почти в $15 миллиардов, поскольку вчера капитализация оттолкнулась от дна на отметке $240 миллиардов. Консолидированная капитализация криптовалютного рынка в настоящее время составляет более $250 миллиардов, и надежды на возобновление ралли начинают проникать в криптосферу. Биткоин, нацелен на $9000 BTC, вчера продемонстрировал солидный рост, поднявшись с минимальной отметки коррекции около $8400 до максимума чуть ниже $9000.1 часовой таймфрейм BTC, AST, источник, TradingView, прирост в 3% вернул актив выше $8800, чтобы преодолеть сопротивление на 20-часовой скользящей средней, оранжевая линия на графике выше. Сейчас BTC снова торгуется выше 200-дневной скользящей средней и направляется к сопротивлению на 50-дневной скользящей средней, синяя линия, которая находится около $9150. Крипто-трейдеры и аналитики ищут устоявшиеся цены. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.